Пожалуй, на самом масштабном соревновании профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Это финал седьмого национального чемпионата «Молодые профессионалы». 91 компетенция и более 1500 участников не только со всей России, но и других стран мира. Лучшие из лучших съехали в столицу Татарстана, чтобы доказать, что именно они достойны носить звание чемпион WorldSkills. Чемпионат мира, так называют специалисты это событие между собой. И неудивительно, национальный чемпионат WorldSkills этого года самый крупный за 7-летнюю историю движения в России. Впервые он прошел на просторах выставочного комплекса «Казань-Экспо». И здесь задействованы абсолютно все павильоны и кластеры. Провести чемпионат было нелегко, но мы к этому не первый год шли. В целом, Казань уже принимал национальный чемпионат в 2014 и 2015 году в рамках заявочной кампании, поэтому у нас был опыт, было понимание, как это должно было. Все, единственная была задача все это соединить и постараться сделать хорошее мероприятие. Финал нацчемпионата можно назвать и большой генеральной репетицией мирового первенства, которое также пройдет в Казани, но уже в августе. И хотя у столицы Татарстана большой опыт проведения крупных мировых соревнований, это и универсиада, и чемпионат мира по футболу, у WorldSkills своя специфика, его участники – студенты. Это добавляет трудности организаторам. Сегодня, в мае, в эти дни мы принимаем национальный чемпионат, который, собственно говоря, и позволяет проверить готовность площадки, готовность людей, служб, да, проверить нашу операционную готовность к проведению этого большого крупного мероприятия. По итогам национального чемпионата мы сделаем определенные выводы, учитываем все недочеты, о которых мы просим нам сообщать всех наших гостей, участников, служб, для того, чтобы в мае, в августе провести самый лучший чемпионат в мире. В честь нашей республики защищают 15 участников. Все они прошли отборочные испытания своего направления. Технология моды, поварское и кондитерское дело, флористика, геодезия, промышленная автоматика и робототехника. Всего наши участники соревнуются по 14 компетенциям. Девяносто одна компетенция делится организаторами на 6 блоков профессий. Это строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика. И наши участники представлены в каждой из них. Так, например, Павел Павлов в этом году впервые участвует в чемпионате. Но Изот уверена, на региональном этапе Паша победил, затем прошел отборочный, а сейчас представляет Чувашию на финале нацчемпионата. Его компетенция – токарные станки с ЧПУ, и, по мнению экспертов, у Паши есть все шансы на победу. Задание было, в принципе, несложное, такие же, на которых мы тренируемся. Первый, второй модуль идет, получается, на каждый модуль по 4 часа. Первый модуль был в понедельник, второй вот сегодня. Рассчитываю на победу, чтобы посмотреть, на что я способен. В первый день испытаний участникам этой компетенции нужно было сделать сборку из 6 деталей, во второй – готовую алюминиевую запчасть. Кстати, задание второго дня Паша уже выполнял и на региональном этапе, и на отборочном чемпионате. Заданием он справился на 20 минут раньше положенного времени. Результатом его педагог доволен. Все было хорошо. Если первый модуль мы сделали, ну, скажем так, чуть выше среднего, то второй модуль получился очень хорошо. Оцениваю, ну, что в первую половину мы должны попасть, а там дальше уже по местам пока не померим размеры, неизвестно. Время потратили очень много. Наш участник тренировался практически каждую субботу. И непосредственно перед самим финалом он каждый вечер приходил и вставал за станок и работал.
пожалуй, одна из самых красивых компетенций финала – флористика. Не просто букеты, а настоящие цветочные произведения искусств творят участники этого направления. Задача непростая. Каждый день участникам дается 3 задания. Одно известное, 2 других нет. То есть, приходя на площадку, участник точно не знает, что ему предстоит выполнить. Так, например, в первый день флористам нужно было собрать композицию в обе отели – настенный подвесной венок и украшение на руку. Однозначно, если сравнивать с предыдущим годом, с 6-м национальным финалом, колоссальное усложнение заданий, уровня, с которым приезжают конкурсанты. В этом году у участников цветочного направления, как и многих других, было очень мало времени на подготовку. Все потому, что отборочные испытания закончились в конце апреля. Так что на тренировке было лишь 3-4 недели. Наталья Иванова постаралась использовать их по максимуму. Именно она защищает честь нашей республики в этой компетенции. Она большая молодец. Огромная трудяга. Мы тренировались с утра и до самого вечера. Мы постарались выжать все, что, на что способны. Держится она хорошо. Настрой позитивный. Мы готовы. Стремимся вперед. Не менее легкое и уж точно не менее интересное направление чемпионата – ресторанный сервис. Здесь все как в настоящем ресторане. Участники прямо на глазах зрителей проводят идентификацию вин, готовят кофе и коктейли, подают блюда и обслуживают гостей. Даже гости импровизированного банкета реальные. Это зрители чемпионата. К нам свободный доступ гостей. Они записываются, приходят, и ребята обслуживают этих гостей. Эксперты в это время оценивают их работу, технику, работу, соответственно, внешний вид, ну и все остальное. На этой площадке главный эксперт-педагог из Чувашии. Это многое говорит о профессиональных качествах наших преподавателей. Участники из Чувашии представлены не только в основном составе финала 7-го нацчемпионата, но и в направлении WorldSkills Juniors. Здесь конкурсантам от 14 до 16 лет. В одной из таких компетенций, всего их 46, участвует Антон Семенов. Он представляет республику в направлении сантехника и отопления. С точки зрения возраста, конечно, такое давление для них непривычно. Им ничто не остается, как просто перебороть этот страх. С заданием, я думаю, он справляется. И, в принципе, мы рассчитываем на хороший результат. Для нашей республики эта компетенция особенно актуальна. Хотя Чувашия представлена в направлении лишь второй год, у нас уже есть свои достижения. Одно из них – в этом году республика принимает у себя делегации зарубежных стран. Команды из Венгрии, Швеции и Нидерландов проведут на площадках Чувашии финальные тренировки перед мировым первенством. Такого рода серьезное мероприятие, именно мирового уровня, позволит подтверждать, во-первых, уровень развития нашей компетенции, то, что у нас есть соответствующие ресурсы, и как материальные ресурсы в виде материально-технической базы, так и ресурсы, связанные с человеческими кадрами. Но и даст, что нам даст, да, то есть принятие иностранной делегации, это в первую очередь международный обмен, да, то есть мы сможем транслировать опыт подготовки участников к мировому чемпионату. Параллельно с участниками финала на площадках тренируются и представители расширенного состава национальных сборных. Для них важно почувствовать атмосферу, уложиться в сроки выполнения заданий, поэтому они идут вне конкурса. Александр Мусатов – участник нацсборной по компетенции промышленной автоматики из Чувашии. В прошлом году он стал лучшим в финале 6-го чемпионата «Молодые профессионалы» на Сахалине. Когда дома просто тренируешься, это одно, а выступление на соревновательном режиме уже с экспертами, с другими экспертами. А во время конкурса это уже другие ощущения и гораздо лучше тренировка получается. То, что возникают ситуации, которые действительно могут ожидать на конкурсе, а дома этого может не произойти. Навыки мудрых – еще одно новое направление движения WorldSkills. Появилось оно в прошлом году. Это конкурс 50+, для профессионалов, для тех, кто уже давно в деле. Парикмахерское искусство, радиоэлектроника, графический дизайн – всего специалисты доказывали свое мастерство в 26 направлениях. Очень хочется, чтобы в наши компетенции принимали, в нашей возрастной группе навыки мудрых, принимали участие не только преподаватели из средних профессиональных учебных заведений, но и производственники. Потому что именно они должны были бы передавать свой опыт, навыки, знания, скоростные в первую очередь навыки молодым будущим специалистам. Преподаватели это делают каждый день, но мы столкнулись с тем, что
Действительно, скоростных навыков нет. Методика потрясающая, технология великолепная. А вот со скоростью приходится тяжело. Главное отличие навыков мудрых – задание не на 3 дня, а на 1. За 8 часов участники компетенции технологии моды должны сшить по готовому лекалу блузку, а также смоделировать и отшить брюки. Причем они должны подходить друг другу. И в этой категории есть представители республики. Ольга Сагомонян штурмует компетенцию. Она – действующий преподаватель. В профессии уже более 30 лет. Это нужно для того, чтобы хотя бы определить, насколько мы не потеряли навыки в своей работе и насколько… что мы еще можем, и посмотреть среди своей категории, кто на что способен, и в частности я сама. Конечно, было тяжело, что давно не было такого состояния конкурса. 3 дня, а именно столько длились испытания, позади. Теперь каждый из них смело может называть себя молодым профессионалом. Касается результатов нашей республики, то в итоге в медальном зачете команда из Чувашии заняла 16 место среди 82 регионов. 2 золотые, 2 серебряные и 5 медалей за профессиональное мастерство. Таков призовой фонд нашей сборной. Экспедирование грузов, организация экскурсионных услуг, документационное обеспечение управления и архивоведения, сетевое и системное администрирование, спасательные работы. За профессиональное мастерство в этих компетенциях наша республика получила 5 медалей. Участники компетенции интернет-вещей Junior Skills Артем Лобаев и Дмитрий Малетин завоевали серебро. Такого же результата добился Павел Павлов. Он выступал в направлении токарные станки с ЧПУ. Павел Павлов, Чувашская республика! На первое место пьедестала поднялись Николай Алексеев. Он стал лучшим в направлении печное дело. И Софья Афанасьева. Она взяла золото в компетенции кондитерское дело. Первое место и столь желанное золото. София Афанасьева. Чувашская республика! Финал 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» завершился грандиозным закрытием. Уже известны имена победителей всех компетенций, но и на этом соревнования не заканчиваются. Уже в августе «Молодые профессионалы» встретятся на мировом первенстве профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Пожелаем им удачи!